Для многих мам и пап рождение ребенка – это долгожданное и радостное событие, но кроме безразмерного счастья приходят вместе с новыми членами семьи и большие расходы. Об этом не понаслышке знает Нина Муфтахудинова, девушка, мама двоих малышей. Рассказывает, что не может оставаться в стороне и по возможности помогает нуждающимся семьям. А недавно таким же способом решила и свою проблему. Мы с ребенком спим вместе, и он упал недавно. Я начала искать кроватку, и одна девушка просто откликнулась, привезла нам кровать. И безвозмездно, то есть. Это так прям необычно. Обычно не ждешь помощи от кого-то. Тут, оказывается, столько людей откликаются на просьбу. Безвозмездно помочь нуждающимся семьям готовы многие жители Приангарья, но не все знают, например, куда отнести одежду, игрушки и другие полезные в хозяйстве вещи. Решить эту проблему готова организация «Молодая гвардия». 18 июня она запустила благотворительную акцию «Доброе дело». После того, как дети вырастают, остается очень много вещей, по большей части невыношенных. Поэтому любая помощь в виде игрушек, памперсов, детских колясок будет очень важна. Принять участие может каждый. Чистые детские вещи в хорошем состоянии можно принести в региональные и территориальные отделения партии «Единая Россия». В Ангарске такой пункт находится в 107-м квартале. Акция «Доброе дело» продлится до 8 июля. Подробности в социальных сетях по хэштегу «Есть решение помочь детям». Григорий Непьянов, Елена Шелик, «Местное время».